За многомиллионные хищения все четверо пойдут под суд. Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела по электронному проездному. Среди фигурантов – бывшие работники компании Александр Рыболовлев и Анатолий Ганьба, экс-депутат Гордумы Дмитрий Никулин и бывший начальник отдела транспорта горадминистрации Олег Чичибабин. По версии следствия, все четверо выводили деньги из фирмы постепенно, на протяжении нескольких лет перепродавали сами себе программное обеспечение и разрабатывали то, что уже было разработано. На программе «Мама, я пришел» четверо товарищей заработали 35 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году. Сначала были задержаны Анатолий Ганьба и Александр Рыболовлев, которые непосредственно и выводили деньги из компании. После их показаний в розыск был объявлен вероятный организатор мошеннических схем – депутат Никулин. Он долгое время скрывался в Грузии, но все же был задержан в Москве. Уже после был задержан и Олег Чичибабин. Следователи установили, что все четверо работали в связке. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Первое заседание должно состояться 8 ноября.